Скажите, как вы относитесь к блокаде Донбасса, к действиям ваших однопартийцев Соболева и Семенченко, в том числе в столице? Значит, поддерживаем позицию нашу партийную. Если партия примет решение, как бы вы поедете в Киев, поедете на к железной дороге, где происходит блокада? Смотрю, какие решения. На самом деле, Но вот это они называют акции, это Майданом, призывают. Насколько мне известно, это акции исключительно добровольные, они не проходят как решение партии или что-то такое. Есть позиция партии по этим требованиям. Мы их поддерживаем. Относительно методов достижения и так далее, то позиции куда-то ехать партии нет. Анализировали, может, какие-то последствия, в том числе для ТЭЦ, для... Самостоятельный анализ я не проводил. Я вот пользуюсь теми источниками информации, которые есть. То есть я не пересчитываю и не имею возможности пересчитать последствия для ТЭЦ. Не разбираюсь я лично в сортах угля и так далее. А вот, то есть прислушиваясь к мнению. В фракции как-то обсуждался этот вопрос? Нет. Позиция, может, есть? Нет. То есть это ваша, как лидера фракции, позиция? Это, ну, на данный момент это моя личная позиция. Николаевская организация, как бы... Мы не обговаривали этот вопрос. Николаевская партийная вообще организация не участвует сейчас ни в каких действиях по поддержке вот этих, этой акции, этих инициатив. Кроме как политически, да, мы никак это не поддерживаем. Ну и не осуждаете? Нет.